Вы боитесь летать? Да, очень. Друзья, всем привет! Начался наш новый день. Всем привет! Мы показывали вам Майорку с земли, показывали разные города, страны, а сегодня мы хотим сделать необычное включение и показать вам Майорку с неба. Это значит, что мы будем летать сегодня на вертолете, а в будущем, конечно, в дальнейших сериях мы будем летать на воздушном шаре. И начинать свое путешествие мы будем с оформления в офисе. А офис у нас Rotor Flug Helicopters. Итак, мы познакомимся с пилотом, его зовут Седрик. Седрик, hello. Анатолий. Седрик нас спросил, летали ли мы на вертолете или мы летим в первый раз. Но я надеюсь, что не в последний. Это самое главное. Ready? Ready. Let's go. Ну вот, мы на местном аэродроме. Стоят самолеты. А вот там вот наш геликоптер. Но по-нашему это вертолет, поэтому идем туда. Вот так вот выглядят ангары для самолетов. Опачки, попадаем в кабину пилота и видим целую кучу всяких непонятных мне приборов. Ну вот это вот штурвал, это мы, конечно, все знаем. Вот эта кнопка. Достать ракеты, это стрелять, все нормально, прям как в игре компьютерной, но на самом деле шучу, я не знаю, что это значит. Нет, самый главный штурвал вот этот. Вот, а вот красная кнопка, да, вот это все, это огонь. Огонь по противнику. Впервые в истории авиамании, да и собственно в нашей собственной истории мы летим на вертолете. Причем нигде бы то ни было, а летим на вертолете над островом Майорка. В Испании. Вот это, конечно, круто. Я вот, если честно, не думала, что вертолет такой прозрачный. Прямо все кабины прозрачные, все видно. Ну, я думаю, вид будет хороший. Погода отличная, туч нет. Стекло чистое, поэтому все получится. Итак, ребятушки, мы погрузились. Не знаю, как вам, но мне же реально страшно. Так, ключ на старт. Раз, 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 раз
полет прошел отлично, я очень рад, мне понравилось, я вообще даже слов нету, ну просто круто. Тебе как, понравилось? Мои все детские страхи и сомнения развеялись, это просто фантастика, я на самом деле хочу еще. И за все это мы поблагодарим пилота Седрика, thank you very much. Всем рекомендую прилетать на Майорку. Куда конкретно прилетать, ссылочки мы все оставим в описании. Я думаю, Алина напишет, сколько вся эта процедура стоила. Я думаю, всем будет интересно. Так, на этом мы прощаемся с вами сегодня. До новых встреч, пока. Не переключайтесь, скоро новое путешествие. Еще хотела обязательно поблагодарить Ольгу, благодаря которой мы вообще узнали об этом аэропорте, об этом аэроклубе. Я оставлю ее контакты в описании. Она незаменимая помощница на Майорке, которая помогает спланировать любое путешествие просто в кайф. И вот теперь пока. Пока.